Главные РБК региональные новости мы вещаем из отеля «Шератон Плаза» в студии Маргарита Гафарова. В уфимском поселке Нагаево запустили обновленную подстанцию мощностью 110 киловольт. Старт ее работе дали в рамках энергетического форума, который стартовал сегодня в Уфе. Реконструированная башкирской электросетевой компанией подстанция обеспечит электроснабжением не только жителей Нагаева, но и Зинина, Нагаевского кордона, а также частично Жилина и Акбердина. Также в рамках форума запустили котельную в уфимском микрорайоне Глумилина. БашРТС вложила в ее строительство порядка 600 миллионов рублей. Ее мощность составляет 220 мегаватт. И в продолжении темы объем инвестиций в энергогенерацию в Башкортостане может достичь 10 миллиардов рублей уже в этом году. Такое мнение высказали эксперты отрасли на Российском энергетическом форуме. Старт масштабного отраслевого события был дан сегодня на площадке Башкирской выставочной компании. На пленарном заседании обсудили приоритеты развития энергетической отрасли России. Исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики региона Тимур Герасимов рассказал о масштабной модернизации теплоэлектроцентралей, которую проводит башкирская генерирующая компания. Это связано со всевозрастающим спросом на электроэнергию со стороны граждан и бизнеса. Острый дефицит энергии сегодня испытывают районы Зауралья и Северо-Востока. А вице-премьер Алан Марзаев проинформировал участников о программе экономии потребления тепла в многоквартирных домах и финансировании перехода ряда населенных пунктов на поквартирное отопление. На поквартирный перевод отопления на поквартирное отопление. Хочу сказать, что этот опыт у нас в республике уже продолжается около 3 лет. Ранее мы работали чисто за счет республиканского бюджета. Сейчас продолжаем эту работу в рамках федерального бюджета. И должен вам сказать, что по некоторым домам у нас экономия составляет 50% однозначно. Энергетические форумы и тематическая выставка собрали в этом году представителей 110 компаний из 20 регионов России и ряда приграничных стран. Башкирские предприятия также продемонстрировали свои разработки, в частности, комплектующие для гражданских беспилотников по мониторингу работоспособности линий электропередач и выпуску автозарядных станций для электромобилей. Да, есть спрос. У нас в основном Москва и Петербург покупают. Вот недавно отгрузили, да, Новосибирск. В основном это жилые комплексы, гостиницы, также заправочные станции и так далее. В Уфе, к сожалению, пока у нас таких запросов нет, так как количество электромобилей не превышает 150 штук. Но пока это число растет, возможно, с увеличением количества электромобилей у нас появится возможность уже поставить нашу башкирскую зарядную станцию на наш башкирский эфир. Не обошли стороной на форуме вопросы генерации энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер. Ряд компаний по производству солнечных батарей ушли с российского рынка, но отечественные разработчики компетенции сохранили и сейчас наверстывают упущенное. В Башкортостане может появиться предприятие по разработке приборов и программного обеспечения в сферах экологии и охраны труда. Переговоры с потенциальным инвестором и представителями корпорации развития Башкортостана состоялись в Астане в рамках международной выставки «Иннопром Казахстан». Потенциальной площадкой для реализации проекта может стать особая экономическая зона Алга, резиденты которой получают ряд мер господдержки и таможенные послабления. По словам премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, наиболее важный аспект – это развитие промышленной кооперации с Казахстаном. В рамках создаваемого кластера беспилотная авиация республика готова предложить аграриям дружественной страны поставку агродронов. Также на выставке прошли встречи и с представителями крупных предприятий Башкортостана. Так, переговоры проведены с компанией «Красный пролетарий», производителем серийного нефтепромыслового оборудования. Предприятие намерено приступить к масштабной модернизации и заинтересовано в получении мер господдержки. Сейчас прорабатывается заявка в Фонд развития промышленности для получения льготного заемного финансирования. Ну и напомню, выставка «Иннопром Казахстан» проходит в Астане уже третий день. За это время представители делегации Башкортостана провели более 500 встреч с инвесторами. 31% от общего объема экспорта башкирской содовой компании приходится на Казахстан. Наибольшую долю продукции в нем занимает кальцинированная сода, бикарбонат натрия и натр едкий твердый. Такую информацию руководство предприятия озвучило на выставке «Иннопром», проходящей в соседней республике. В своей экспозиции БСК представила основную продукцию – соду кальцинированную, соду пищевую, кабельные пластикаты и поливинилхлорид. На сегодняшний день компания поставляет продукцию в 46 стран мира. Как раз свой обширный
обширный опыт работы с крупными зарубежными партнерами компания собирается использовать, чтобы расширить свои рынки сбыта. На самом деле рынок Казахстана очень перспективен, в частности, если говорить про бикарбонат натрия, это развитие сетевого ритейла, это возможность увеличивать поставки и возможность сотрудничать с еще большим рядом контрагентов. Казахстанские партнеры также заинтересованы в увеличении поставок кальцинированной соды. На сегодня предприятия республики потребляют порядка 200 тысяч тонн этой продукции. Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкортостану возбудило 3 административных дела по фактам массовых нарушений в рекламе финансовых услуг. Установлено, что сеть ломбардов «Добрые деньги плюс» вводила клиентов в заблуждение, предлагая денежные займы под залог ПТС. У входной группы ломбардов размещались плакаты с данной информацией, хотя это не соответствует действующему законодательству. Паспорт технического средства без приема на хранение закладываемого автомобиля не может выступать предметом залога. Ведомстве отметили, что такой способ подачи информации создает неверное представление о возможности получения денег. Займы выдают под залог автомобиля, а не под ПТС. По словам временно исполняющего обязанности замглавы регионального управления антимонопольной службы Рената Хасанова, сети ломбардов «Добрые деньги плюс» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В настоящее время организация уже отчиталась в управлении об исправлении рекламы. Добавлю, надзор за деятельностью ломбардов ведет Банк России. Недобросовестные участники рынка финансовых услуг попадают в черный список. На сегодня там значится 12 компаний, которые работают в Башкортостане. Их сеть насчитывает порядка 30 офисов в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и других городах и районах. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Мегарегулятора. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК.